Ярославле завершилось первенство России по спортивной акробатике. 600 спортсменов из 32 регионов страны приняли в нем участие. Представители Старогородковской школы показали отличный результат, победили и отобрались на первенство Европы. В категориях мужская группа до 16 лет, мужская группа до 18 лет, смешанная пара, мужская и женская пары. Первенство Европы пройдет в конце октября в Италии.